Санкт-Петербург. Исполнение производственной программы Елизавета Туркалычева получает 130 и 69 балла. Ее общий результат на две программы 204 и 25 балла. На данный момент она занимает третье место. На лед приглашается Александра Трусова, Москва. Thank you.
Молодец. Исполнение произвольной программы Александра Трусова получает 176 баллов. Очень приятно, 2 программы 246 и 300 баллов. На данный момент она занимает первое место. На лёд приглашается Камила Валиева, Москва.